Экс-губернатор Красноярского края Лев Кузнецов станцевал лезгинку на свадьбе племянника Рамзана Кадырова. Видео со свадьбы глава республики выложил на своей странице в социальной сети. По словам Кадырова, в торжестве приняли участие более 2000 человек, в том числе руководители регионов Северного Кавказа и федеральных ведомств. Отдельно Кадыров отметил присутствие Льва Кузнецова. Бывший губернатор края пожелал молодоженам большого человеческого счастья, улыбок, взаимопонимания и уважения. Напомним, Лев Кузнецов в мае 2014 года был назначен главой Министерства России по делам Северного Кавказа. До этого он 4 года занимал пост губернатора Красноярского края.